Здравствуйте, мои друзья! Вам спешил сегодня я! Новый год – время чудес. Особенно этот праздник ждут дети. Ведь их заветные желания исполняют родители. Но не все ребята получают заботу и внимание от родных людей. К воспитанникам из детского дома номер один приехал полицейский Дед Мороз. Мы хотим передать детям все настроение, всю доброту именно этого праздника Деда Мороза и Снегурочки, чтобы они почувствовали, что о них помнит не только государство, но и те люди, которые работают и в правоохранительных органах, и кто занимается спортом. И хотим им передать частичку именно вот этой радости. Новогоднюю сказку в этом детском доме сотрудники полиции устраивают каждый год. Вместе с ними в гости к мальчишкам и девчонкам приезжают общественные деятели и на этот раз еще и спортсмены. Конечно, это очень нужно, тем более тут приходят полицейские, это кумиры для всех детей, плюс спортсмены. Очень интересно, надо сказать пару слов. Напутствующих для детей. Помимо теплых слов и подарков, кумир детей, защитник хоккейного клуба «Адмирал», подстегнул воспитанников детского дома закончить четверть на пятерке. А чтобы был стимул, пообещал билеты на январские игры. Детки для нас одинаковые. Конечно, у кого-то судьба более удачнее складывается, у кого-то менее, но тем не менее мы ведем их, да, на протяжении вот всего этого времени и, ну так скажем, оберегаем их, общаемся с инспекторами по делам несовершеннолетних, чтобы их работа была более результативной, чтобы дети, так скажем, встали на истинный путь. Песни, веселые конкурсы, подарки. А главное, рядом люди, которые искренне готовы делиться теплом и заботой. От этого глаза ребят светились от счастья, что стало лучшим откликом для организаторов новогоднего праздника. Жителям Владивостока что ты желаешь? Чтобы все было хорошо, и никто не болел, и все было хорошо, и все учились на все пятерки. Все, что они захотят. Я хочу. Я много чего хочу. Чтобы все были счастливы, чтобы все были добрые. Я желаю счастья и всего самого хорошего. И хорошо встретить Новый год. С удовольствием. Ой, у меня много желаний. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.